Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подписчики моего канала! С вами Уральский Птицелов. Сегодня у нас 17 мая 23 год. Вышел тут в 5 утра во двор, слышу, иволги кричат. Пойду, думаю, схожу, попробую. Первая пришла. Первый пролет пошел. Вот пришел, выставился уже. Переснежка тут зеленая уже подошла. Зуркает. Ну, если что-то будет, покажу, засниму. Будем ждать. Светает. Может, что и получится сегодня у нас. Ждем продолжения. О, подходит иволга где-то. Рядышком уже подошла. О, свистит наверху. Посмотрим, как среагирует. Пойдет вниз, не пойдет. Отзывается. Да, первые пришли. Начался пролет. Посмотрим, подождем. Только выключился и зашла. Только отключил, она уже висит. Она уже здесь. Самец хороший. Хороший самец. Сейчас достанем. Вон там еще одна ходит. Только отключился и зашла она. Не успел заснять ее. Вот взял вот такую. Апельсиновую. Яркий самец. Хороший. Дерется со мной. Кричит тут. Красавец. Ну, там вот няньки еще рядом тут. Где-то откликается, летает. Так что начало есть, ребята. Ждем продолжения. Все, ребята, пару часиков посидел с утра, поймал, буду собираться. Сейчас они будут лететь. Раз иволга пошла, поймал одну, хорошая самчишка. Пойдем его учить кушать, чтоб кушать начал. Еще половлю, выйду. Посмотрим. Славочек, черноголовочек половим, наверное. Иволгу половим.
зеленых пересмешек половим. Буду снимать. Ну а вам всем здоровья, удачи, доброго просмотра. Всем пока-пока.